А вот доброго всем дня. Сегодняшнее видео про гак от компании Victorinox длиной 108 мм. Это модель для немецкой армии. Про них, в принципе, достаточно много всего. Ножи уже достаточно старенькие, найти такой новый нож проблематично. У этого был обломан кончик, и хозяин как бы его чуть-чуть заворонклифил, скажем так, заворонклифил, если можно так выразиться вообще. Вот. У него отсутствует защита пилы. Ну, вот ножичек такой в целом интересный. Он после мойки, соответственно. Перед тем, как его отдать клиенту, ножи я мою и сушу. Просто, к сожалению, не успел снять видео до этого. Поэтому снимаю уже непосредственно перед сушкой. Вот. Такой вот интересный ножичек. Ну, про гайки сами много всего интересного можно найти в сети. Мнений всего такого. По мне, очень неплохая балансированная модель с большим клинком. То есть у него, в принципе, весь функционал трехрядного ножа в двух рядах и при этом достаточно большой клинок. Единственное, что пила, по мне, она коротковата для каких-то там работ таких, которыми хотелось бы делать таким же ножом. Но это все-таки вспомогательный нож, резервный. И, соответственно, перейдем к тому, что я сделал для этого ножа. Сделал я для него кайдексовый чехол для ношения на шее. Вот. Вставляется он соответствующим образом и плотно защелкивается. Опять же, отогнут всегда плавник на моих чехлах, потому что просто выдернуть нож, при том, что он будет висеть на шее, это вы себе натрете шею очень быстро таким образом. А под напряг чуть-чуть, дав напряг сюда, толкнув пальцем, вы, соответственно, снимаете, ну, чехол с замка, и он уже выходит без проблем. Тоже не на них чуть-чуть следы воды, не высохшей, соответственно, после мойки. В остальном, соответственно, пластик обработан. Очень понравилось то, что цвет олива очень неплохо подходит к накладкам гака, практически под цвет. Подобрал тоже фурнитурку. Вот. Для этого всего. И в общем получилось очень даже неплохо. Такой вот получился красивый ножичек с ремешком для ношения на шее. И таким вот достаточно плотным держателем. То есть нож потерять будет крайне сложно, что, собственно, очень хорошо. Надеюсь, клиенту это все понравится. А если это понравилось вам, то поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы желаете этому каналу развития, подпишитесь на него. И благодарю вас за просмотр. До свидания.